Ребята, всем привет! Меня зовут Даша, и вы на канале Аниматор ТикТок. Хотелось бы, конечно, это видео начать с позитивной нотки, но, к сожалению, не выйдет. Потому что к нам сегодня должны будут приехать гости с города Шебекино. А вы сами знаете, какой трешак там сейчас творится. Хочу, ребят, сразу сказать, что я не живу в Шебекино. А я живу в Белгороде. Поэтому всю информацию про этот город я беру исключительно из интернета. Если сейчас найду какие-нибудь кадры с этого города, то попытаюсь вставить в это видео. А если нет, то извините. В общем, ребят, найти видео не удалось, поэтому будут только фотографии. Поэтому ловите. Вот такой вот ужас сейчас происходит в городе Шебекино. Я не могу просто передать словами тот страх, который испытывают люди каждый день. Это ужас просто. Даже словами не передать. Не знаю, что со мной было бы, если бы я жила когда-то бы в этом городе. Меня бы уже не было, наверное, на этом свете. Буквально только пару минут назад я сижу в ВК и вижу вот это видео. Я просто поверить себе не могу, что люди, которые просто живут мирной жизнью, теперь страдают от всего этого. Постоянных переездов в другие места, от обстрелов. Когда все вроде бы утихомиривается, они возвращаются назад, чтобы потом опять на следующий же день оттуда же обратно уехать.